Спрос на жилье в Самаре сегодня превосходит предложение, что вполне естественно подстегивает рост цен. Но хочется же всегда дешево и сердито. Что ж, и на этот запрос периодически появляются объекты, но, к сожалению, чаще всего мошеннические. Их не пугает участь оказаться за решеткой с перспективой в 10 лет. Таково максимальное наказание за мошенничество в сфере недвижимости. Ведь нажива, как правило, крупная и быстрая. За последние 5 лет общая доля афер с квартирами выросла практически на 20%. Схемы от самых запутанных до простых. Она предлагается заключить договор задатка. Да, и, может быть, даже не сама сумма задатка, а там, да, его там какая-то часть привлекает покупателя. Продавец обещает, что сделка будет заключена в будущем, все будет замечательно. В чем смысл здесь мошенничества? Через какое-то время оказывается, что обстоятельства, о которых узнает в будущем покупатель, делают неинтересным ему заключить эту сделку. Появился наследник, спор родственников, супруга, которая не давала согласия. Но в случае отказа покупателя заключения основного договора задаток не возвращается. И я вам скажу, что вот эта сделка, она абсолютно под прикрытием закона. Вернуть свои деньги в таком случае можно будет лишь через суд. И то, если удастся доказать сговор или недобросовестность продавца. На расследование и судебные тяжбы уходят подчас годы, а доля раскрываемости дел, связанных с мошенничеством в сфере недвижимости, по статистике, одна из самых низких в стране. Тем временем квартирная лихорадка продолжается, и люди готовы хвататься за любые варианты, не оставляя веру в то, что чудеса случаются, и обрести свой дом за сказочную цену все же возможно. Ну, конечно, случается. Кому-то быстро продать нужно квартиру. Почему нет-то? Возможно такое? Я не исключаю, что такое возможно. Может, человек просто быстрее продает, ему срочно нужны деньги. Но есть и скептики, склонные верить, что распродажи не про квартиры. Естественно, какой-то подвох, что-то не то. У каждой квартиры своя стоимость. Вот мы даже дочке недавно купили освобожденное жилье. 2-300. В новом доме она там 3, предположим, 3,5 миллиона. Ну, конечно, нет, такого не может быть. Ну, бесплатный сыр только в мышеловке. Проверить это однозначно. Обязательно есть какой-то но. То есть, потому что в тот момент, когда рынок, скажем так, потребляет все, в это время просто так, с какой смысл людям продавать дешевле. На что обращать внимание? Сейчас очень большой момент, который появился, того, чего не было раньше, это банкротство физлиц. Бывают такие вещи, например, что в семье кто-то банкротится, понимает уже, что у него там, например, долги кредитные, там кредиторы сейчас уже будут подавать в суд. Происходит, например, договор дарения на родственников, и родственник уже выходит на продажу. Такой квартиры вы можете лишиться на раз-два, объясняют специалисты. Финансовый управляющий имеет право оспорить все сделки обанкротившегося лица. А значит, покупателю придется вернуть имущество в конкурсную массу и включиться вместе с должником в реестр. На фоне возросших ипотечных сделок такие случаи участились, отмечают риэлторы. Сейчас таких квартир очень много. Квартира была куплена людьми в ипотеку. И они по каким-то причинам не смогли выплачивать ипотечный долг. И банк забирает эту квартиру за долги. Но здесь надо очень внимательно смотреть документы. И не просто документы на квартиру. Надо смотреть, на основании чего эта квартира была куплена. Если это там стоит обременение ипотекой. Сложности могут возникнуть и в случае, если квартира некогда приобреталась с привлечением мат-капитала. Если доли в квартире детям не выделялись, по достижении ими совершеннолетия сделку могут признать недействительной. От афер не застрахован никто. Обманной может быть как квартира эконом-сегмента, так и бизнес-класса. И чем элитнее жилье, тем сложнее схемы, отмечают адвокаты. Поэтому перед сделкой будет не лишним проверить не только документы о праве на квартиру, но и сделать запрос в ряд инстанций, чтобы узнать о возможных долгах собственника, наследственное дело, кто и когда был выписан из квартиры и по какой причине, не являются ли документы фейковыми. Гульфия Сафина, Василий Колдашов. События.